Всем привет, дамы и господа! С вами Надюфил, продолжаем прохождение нашей игрушки Cozy Grove. Погнали к просмотру! Ну что? 48-й день, дамы и господа, у нас пребывание нами на нашем призрачном острове. Давайте помогать нашим друзьям-призракам. Первый у нас Шарлотта Пейн. Не поможешь мне собрать дрова? Хочу набрать дров на случай, если они понадобятся туристам. Держи. Отлично. Непрошенным гостям это понравится. Вот, держи. Это поможет. Бревнышко, бревнышко. И какой-то бочонок. Так, Октавия, тебе помощь не нужна. Ух ты, я тут не забрал. Давайте заглянем к нашему хмурфелю, пока мы рядом. Черт, я потерял свой лучший точильный камень. Поможешь мне найти новый? Конечно, помогу. Рядом с верстаком, позади чего-то. Рядом с верстаком. Верстак, 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 верстак. Ладно, поищем еще. Надо вспомнить, где я верстак видел. Так, капитану помощь не нужна. Где наша Франческа? Франческе тоже помощь не нужна. Лис, дорогой друг Лис. Да, прикупим мы у тебя сейчас. Вот это прикупим. Веточку прикупим. Какао прикупим. Чё по цветам у нас? Георгин. О. И ещё один георгин. Ирис. О, как раз. Отлично. Так. Астра. Купим астру ещё. Это у нас есть. Такая у нас есть. Отлично. Флизалиса у нас вагон. Надо быстренько сейчас это все сложить. Так, в хранилище у нас отправляются. О, много веток отправил. Ну-ка, одну хотя бы дай сюда. И вот это барахлишко. Все. Сейчас мы к нашему шерстоспину подойдем, а там подойдем к нашей Элисон. А, Валентине, Валентине. Патрис. Прекрасный день сегодня, правда, курьер? Разве ты не знаешь? Я снова прикован к своему посту. Наверное, мое посмертное наказание наслаждаться хорошей погодой. Вот только служба мне мешает собирать отправление. Не поможешь? Конечно, помогу. Конечно, помогу. Так, около фотобудки. Все, это там внизу как раз. Валентина. Ах, помощник. У меня родилась прекрасная идея. Я собираюсь поставить ящик, куда избиратели смогут складывать свои предложения. Так они смогут выразить благодарность за все, что я делаю для этого города. Думаю, это будет полезно для моей самооценки. Что скажешь? Конечно, что может пойти не так? Это ужасная идея. Сомневаюсь. Давайте первый вариант. Ой, прости, помощник. Это был риторический вопрос. Но если у тебя есть какие-то предложения по моему плану, можешь положить их в этот ящик. Конечно, после того, как я решу, куда его поставить. Ну, понятно. Так. Давайте закинем.
наши цветочки. Отлично. И тебя сюда. Вот так вот. Вот. Так. Ну-ка иди сюда, дружок. Попался. Все, соберем. Сейчас. Что сможем, отдадим. Так, в коллекцию мы хотим. О, как раз. Добавить. Ой, ракушек-то еще сколько искать. Вагоны целая тележка. Так. Все это мы сдали. Это прекрасно. Чего посылочка? Вот, вот здесь вот что у нас? Оп, посылочка. Шикарненько. Пока вроде что-то больше ничего не видать. Так, спячкинс. Тебе помогать не надо. Клайд тоже ничего не хочешь. Ё-моё, а я и забыл, там у Лисы же артефакт был, блин. Ну ничего, сейчас дадим. Эллисон, я пробую новый интересный рецепт с костным мозгом. Ой, только не делай такое лицо, поверь, во Франции это деликатес. Мне просто нужна хорошая, сочная кость. Ну вот. Теперь наверх надо топать. Так. Трам, тебе не надо никакой помощи. Арджун. Здесь где-то рядом. Вот тут нашли уже. Сейчас я тебя поймаю сверху, дружок. Далеко только не убегай. Ну-ка, иди сюда. Все. Урсула, у тебя сегодня какой-то потерянный вид, солнышко. Может, поможешь мне помогать другим медведям? Я знаю, что они потеряли и очень хотели бы вернуть. Так, обычное украшение, эссенция есть, все понятно. Ну-ка. Краушка, это хорошо. О, прям вообще все рядом оказалось. Все в одном месте. Так, отлично. Вот. Вот шикарник, шикарненько. Все, все нашли за сегодня артефакты. Так, шерстоспин мы тебе помогаем. Так. Где-то что-то здесь. Около кучи сумок. Ага, вон она, кость лежит. Все, кость мы нашли. Так, вот и камень, оказывается, тут рядышком лежал. Как раз. Вот это камень, что надо. От одного взгляда становишься острее. Конечно. Так. Тебя мы выполнили. А там нам что надо еще? Из категории обычные украшения. Давай-ка смастерим тогда. Вот. Смастерить. Есть. И надо... О, посылка зато. Шикарненько. И у нас осталось с каменным грилем в груди черепов. Каменный гриль.
А каменный гриль у нас где-то там был. Так, здесь у нас что? Надо сдать. Вот каменный гриль. Отлично. И у входа в нору. У опавших листьев. Понятно. Так. В хранилище мы пока закинем грибы. Вот это все. Барахлишко. Цветочки, цветочки, цветочки. Оп-оп-оп. Вот так вот. Все. Сейчас мы баночки сделаем с пигментом. И можно будет идти сдавать наши задания. О, дупло как раз. А переработать мы хотим вот что. Переработай. Все, шикарно. Так, где он там говорил? У входа в нору. О, в опавших листьях. Это вот не тот вход в нору. Ладно, еще посмотрим. Где-то вот тут вход был, нет? Или мне кажется? Или это мне кажется? Ну да ладно. У входа в нору. Ха. Здесь не может быть? Нет, не может. Так, Урсула, держи. Вот это и вот это. Тебе удалось все найти, чудесно. Что может быть благодарнее, благороднее помощи другу? Так ведь? Ну, конечно. Хинацея и маг. О-о-о. А здесь у нас что? Как раз то, что нам нужно. Так, соберем. Сейчас мы-то быстренько тут подрубим все это дело. И пробежимся потом. Выбросите. Сами выбрасывайте что-нибудь. А я ничего выбрасывать не буду. Так, Патрис. Я иду к тебе. Я тебе все посылочки твои нашел. Отличная работа, малыш. Такими темпами ты сделаешь прекрасную карьеру в почтовой службе. Ну, спасибо тебе. Чертеж пугало. Ладно, хоть чертеж. Кстати, пока рядом. Давайте-ка сейчас быстренько опять наши цветочки посадим. Опа. Вот, отлично. Цветов у нас, вагон и целая тележка теперь. И в коллекцию как раз. Все, отлично. Так, бежим, бежим, бежим сдавать. Кстати, пока рядом. Картофан, отлично. Вот она. Ура, теперь у меня есть кость. Ох, я думала, это будет куриное бедро или говяжье ребро. Не знаю, какая именно это кость. Но ничего, кулинарные эксперименты это всегда здорово. Конечно, это всегда здорово. Я думал, чертеж небольшой
Цветок в горшке, необычный бамбук. Отлично. Все, выучили. Ну, давайте сдавать наши бревнышки. Держи. Сколько у меня там их? Всего два за сегодня бревна нам накинули. Плохо, жалко. Очень жалко. Очень-очень печально. Ну что ж, мои дорогие друзья, а у нас на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Самое главное, оставляйте комментарии. Всегда читаю, слежу и так далее. Не забывайте подписываться на мой другой канал, на Яндекс.Зен, кому это удобнее. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Счастья вам, здоровья, любви. А с вами был Надифл. Всем до скорых встреч, мои дорогие друзья.